И хотя встреча была посвящена памяти преподобного исповедника Гавриила, встреча учащихся и работников музея не случайна. Вторая школа и музей подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого провели первые совместные мероприятия. Я очень рада, что к нам пришли, во-первых, ребята, потому что архимандрит Гавриил больше всего на свете любил именно детей. На встрече было объявлено о том, что совсем недавно наш город посетили внучатые племянники святого преподобного Гавриила, человека, познать которого хотят многие и по сей день. Я вас призываю узнать о нем побольше, и кто как может обращаться к нему. Он был очень простой, открытый каждому бедному, каждому человеку пастырь. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровянок. «Наше время».